В Карагандинской области в селе Балактыколь обрушилась конструкция здания школы. Ученики не пострадали. 42 ребенка занимались в другой части здания. В разрушенной находились только рабочие. Одному из них упавшая плита придавила ногу. Предварительная причина ЧП – нарушение правил техники безопасности строителями. Силами местных исполнительных органов и строительной компании пострадавший из-под завала был извлечен. Сейчас спасательные подразделения вернулись на места своей дислокации. Эта часть здания законсервированная, то есть на учебный процесс происшествие не повлияло.